Sano Mugli ho fatto il canale del cuore, poi ha Only access for mini trip passengers. Заходи во первый. Он со следующим каюты начинает. Заходи в любую каюту. Заходи. А что, здесь сюда заходим и все? А, ну тут не будем. Так давайте в следующую, может быть, нет? Сейчас посмотрим. Ну, маленькая каютка, но она с окном, подороже. Есть каюты без окна, чтоб ты знал, дешевле. Я выпрямила его. Надо это там, вон, да. Блокировка не, вон там, видимо. Ладно, не будем открывать. А ты не помнишь, Камила, ты же плавала в таких. Только без окошек мы покупали. Я, да, а здесь есть... Антон, пойдем, где там самое начало сейчас для детей. Мы сейчас все пропустим. Камила, есть колонок? Better safe than sorry, lock your door. То же самое, да? Есть другие, повыше было. Чем выше, тем дороже. Пошли на один выше. Погоняем. О, видишь как. Титаник скоро отправляется. Свет пойдешь или... Ты спрашивал, пьют ли норки. Вот в таких круизах они упиваются, они валяются здесь. Да? Да. Классно. То есть спиртное уже без этого, без наценки, без таможни. Ну, в смысле, дешевле. Бубли зоны. Пошли. Дабл зон. А люди, смотрю, спать готовятся уже. Это меняют, это работники. Этим мы остаемся, да? Мы на корабль, чтобы заняться этим с вашим мужем. Это же романтично. Это очень романтично. А он как всегда подвел, помнишь? Укачивает? Хотел всегда попробовать, как укачивает. Обрыгаешь. Да? Она если взяла, особенно когда... О. Denmark. Hi. А, bubble zone. Bubble. Да. Тут нет ванны. Наверное, будет, там будет много шариков. Bubble zone. А, детская такая, да? Для детей. О, бассейн, класс. У нас на балконе вот такая стоит. А, джакузи? Джакузи уличная. Там, где ты, спальня, и там на улице такая. Что-то я ее не заметил. Она заложена. А что здесь, можно детям купаться сейчас, все? Ну, сейчас как-то... Или нельзя? Сейчас нельзя, а если купишь и будешь тут, хочешь прокататься, то можно прийти. Бассейн классный, во. Ну да. Классненький. Я люблю всякие вот такие вот аквапарки, ну водное вот это вот всякое, это ж супер. Да, не только я. Вот так горочка супер. Можно травма? Не надо, там хлорка, руки чесать. Ну что тут? Кто вообще для детей там? Это? Так, низкий потолок. Ну, головой же не цепляем. Не очень. Не очень. Каушин. Клининг ин прогресс. Туалеты не посмотри. Welcome to toilet.
Ну что, нормальный туалет? О, сауна, смотри, даже здесь сразу. Сразу сауна, типа, о! Работает, заходи, электрическую сауну. Закрывай дверь. Опа. Две этих стоит, электрических печки. Сауна, конечно, но... классно. Это я люблю. Сауна, ну сухая, я чисто, вот это финская считается, я сухую, то нет. Не знаю. Ты можешь лить сюда. Можно лить сюда? Нет, я знаю, что на электрический нет. Ты что? Нет, можно на электрический, здесь запрещено, из-за вытяжки, видимо, на корабле похоже. Люк, закрывай дверь. Так это ж не туалет, это шауэр. Чего? Душ. А, ну да. Душевая, видишь, понятно. Это закрыт, не? О, Xbox. Xbox 360, его. Класс. Здесь класс рядом для детей. Где? Вот сейчас дети будут искать. Разгадывать там, поиграть. Я уже смотрел, но Xbox. А там есть какие-нибудь драчки, не знаю? Что? Ну, драчки, мужики, посмотри. Не, один, а, FIFA только? Только футбол? А, бэк нажми. Хоп. Еще раз. А, FIFA только, видимо, FIFA. Будешь? Да ладно, FIFA это гость. Ну вот, такой футбик, видишь. Футбик иногда интересный. Это Том и Джерри, классно. А что, мы дальше сейчас идем куда-нибудь? Или мы уже... Слышишь, Антон, на что мы сейчас идем с вами дальше или как? По всему кораблю будем ходить. Папа, я шагу фастворка. Ну что, вы нас получили? Варестера, мне нарвы. Каптайн финнеры постингов ем обвайен. Идем дальше. Я сейчас идти го, так? Куда? Ютн, форестера, нарвед, каптайн. На ресторану нормер тільки капітан. Нормер тільки капітан. А де капітан? А що, цю штуку можна брати, да? Ну так, це спати скати. Там написано... Іскати клад. Іскати клад, так. Написано так, іти, куди? Здесь клад, ціна. Скуліжа. Ось тебе ціни всього. К примеру... Давай, будет, пусть будет. Ваш помыться 15 минут 100 крон стоит. Угу. Посидеть, короче, в этой бурлящей ванне 15 минут стоит 100 крон. А-а-а. Это 15 долларов. Не так и дешево. Ну, да. Конечно. Это проще... Что, подарили тебе этот шарик? Ну, Камила. Папа, где катай? Катайн опен. Я мы домой бегу, ты тест. Так, мы пойдем. Мы все пойдем. Ну, Титаник, палубы я так. Да нет, иди, чтобы я тебя видел. Иди фора. Дорь ховер ман, думови серве. Так, раздели немножко карандашик. Обдели бумажку. Палуба. А вот, подожди, Даня. Так он, допустим, без окна, оно дешевле стоит. С окном всегда дороже. Понятно. 100. То дороже, чем мы. А сколько в Копенгаген плыть? На таком? Часа. Сколько? Нет, долго. Нет. Ну и наплавать, наверное, день и ночь. День и ночь? Да нет, там то. У них же целая программа здесь рассчитана. Мы можем спросить сейчас у любого. Не, ну так, а что, не плавали вы никогда, да, в Копенгаген? Нет, мы в Копенгаген. Идите дальше, а то сейчас на нас подумают. Ну тут люди живут, кошелек лежит, значит, люди живут. Ну, алло, ну, инглен плумы, бука дарин. Может, вы по-русски говорите? Русский, там да, кошелек да, лежит. Лом и бук. Деньги там. А, так, так. Окей. Поляк. С Польши видно. Польша, поляк. Это что-то тебе надо тут крыса. О, трех это самое. Трехъярусное. А вот, Даня, на трехместная кровать. Да. И телевизор.
Кто нельзя идти дальше? Света, что там говорят? Дальше нельзя идти? Там нету выхода, да? Мы пойдем, нам надо туда с этого. Здесь